Сергей Михалков. Клад. Однажды деревянный дом сносили в тихом переулке, и дети в старом доме том нашли сокровища в шкатулке. Открылся взору клад монет, что тусклым золотом светился, и неизвестно, сколько лет в своем хранилище таился. От глаз людских или глаз чужих, кто в этом доме прятал злато? Кто, не забрав монет своих, потом навек исчез куда-то? «Ну что ж, друзья, — сказал Вадим, — нам нарушать закон не надо. Зато, когда мы клад сдадим, нам всем положена награда». Был обнаружен звонкий клад монет в золотой чеканке. И в тот же день из рук ребят он принят был в районном банке. «Ну вот и все, — сказал Вадим, всех увлекая за собою, и все за вожаком своим пошли веселую гурьбою. Был у Вадима лучший друг, и даже тот не знал, шагая, что у дружка в кармане брюк лежит монета дорогая. Понятия такие есть, как стыд и совесть, долг и честь».